Сегодня 1 мая. Многие страны мира отмечают праздник весны и труда. Приморье отмечает 1 мая спустя 2 года вновь в очном формате. В праздничный день в столице края по центральной улице Светланская прошли почти 26 тысяч человек. Возглавил колонну губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Чем у вас ассоциируется праздник 1 мая? Ну, ясное дело, мир, май, труд. Мы все с радостью пришли сегодня на этот праздник. Хотим всех-всех поздравить с этим днем. Самый хороший весенний праздник. Всем мира, добра и счастья. А мы с удовольствием вспомнили те старые времена, когда мы все дружно стояли в колонне в ожидании этого шествия. Вот сегодня я посмотрела эту демонстрацию, и я вспомнила все-все, как мы хорошо жили. Наконец-то после пандемии вышли, прошлись, встретила очень много знакомых, все порадовались, с кем работали, с кем работаем, с кем будем работать. Хорошая демонстрация была, очень много активно было. Я даже сам снял тоже на телефон все это дело, будем просматривать все, очень-очень организованно. Поэтому со стороны руководства нашего очень хорошо сработали. И, ну, все, и краевая администрация, и городская, все чувствуется, это подготовка, все. Основное празднование 1 мая прошло на центральной площади города, где состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие, хореографические и вокальные коллективы Приморского края. На площади праздничной у нас мастера декоративно-прикладного творчества, которые не просто продают, а еще и проводят мастер-классы, учат, как делать правильно букетики, цветочки. Прекрасная концертная программа коллективов края и города Владивостока. Также у нас мультимедийный парк «Россия. Моя история» представляет старые видео, как это было раньше. Черно-белое, цветные видео можно было посмотреть. Ну, детская зона, робототехника представлена. ГТО можно сдать и современные результаты показать, то, что требуется сейчас для ГТО, и то, что было раньше в Советском Союзе. Так что рады видеть всех гостей, всех с 1 мая. Для гостей праздника работали тематические шатры. Также каждый мог сделать памятное фото в советской квартире с соответствующей атрибутикой. И можно было стать героем советского плаката, получив собственный портрет от студентов Краевого художественного колледжа. Чем у вас ассоциируется праздник 1 мая? Россия, моя история. Вы можете со старым временем, когда было все нормально, с родителями, которые носили на плечах. А с чем у вас ассоциируется праздник 1 мая? С выходными, с хорошим солнцем, погода. С радостью, с массовостью, с множеством народа, что все такие веселые, что все такие дружные. Очень рады, что возобновились сейчас эти демонстрации. А то до времени не было. Я еще в советское время застала демонстрации, просто очень счастлива, что такое сейчас опять вернулось. Ну, во-первых, с весной, с хорошей погодой, с хорошим настроением. Ну и, естественно, это праздник труда. И объединение всех нас, жителей России. 1 мая – это всегда мир, это всегда весна, это всегда труд, это солидарность всех людей. И, наконец-то, этот праздник стал масштабным спустя много-много лет. Это здорово! 1 май – общий праздник, который объединяет людей различных профессий и поколений, всех тех, кто своим трудом вносит вклад в развитие края. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.